И снова наступил день сурка. Россия с каждым днем все больше и больше напоминает унылый совок. Старый, дряхлеющий президент-генсек бредит очередной войной и заботой о чужих народах. Россияне, отравленные ненавистью и пропагандой, тупеют и не понимают, почему хлеб и бензин продолжают дорожать. Если Россия встала с колен и теперь на равных тягается с Америкой и НАТО. И снова здравствуй, еще один день сурка.